Ну вот и добрались до самого главного места Украины, а это Майдан Незалежності. Вот так тут красиво. Восьмого мая Украина празднует День Перемоги. Цветочки, плакаты времен Великой Отечественной войны. Ну и вообще всей Второй мировой. Очень красивый центр Киева. Патрульная полиция здесь. Гуляния. Вот Евровидение. Тут и остальные плакаты к Дню Перемоги висят. Михайло Опаренко. Пилот польской и британской авиации брав участь в боях против нацистского агрессора из первых дней Другой Световой войны. В общем, такой вот украинец, воевавший в рядах польской и английской авиации. А здесь, видимо, герои УПА висят. Да, Украинская повстанческая армия.
Шухевича чем-то похож. Фонтан очень красивый. Итак, собственно, продолжаем видеосъемку Майдана 8 мая 2017 года. Фонтанчики красивые здесь. Все по-летнему уже так. Да, мы на нём тянем его.